Почти всех вижу. Девчата, подвиньтесь. Извините, пожалуйста, освободите место для судей. Умоляю. Спасибо, спасибо. Давайте, давайте. Поприветствуем наших судей еще раз. Отлично. Окей. Участники либо поддержите свои. Еще одна Настя! Милана! Мои прикиньте! Итак, привет, как тебя зовут? Лола! Как зовут эту твою Аделина! Алексей. Алексей. Что вы сказали, Алексей? Открытый разговорка. Один из самых топовых астраханских танцоров. Современный эстрада. Все, что вы хотите. Танцор универсал. Пошумим. Классная девчонка. Начиналась тектоника, я ее помню, честно. А сейчас один из топовых танцоров юг-топа, хип-хоп и современной хореографии. Подожди, у вас есть свой зал. Как вас зовут? Наш друг, лучший астраханский танцор. Вы говорите, по какому направлению? Давайте. Регион! Но Даниэль сегодня не только в регионе. Все вместе танцевали направление. Профессиональный танцор. Победитель национального кубинского конкурса. Пошумим! Спасибо нашим студентам. Предлагаю вам присесть. А сейчас... Леонард, можно попросить у вас шапочку? Ну, пожалуйста. Шапочку можно попросить? Для наших участников спасибо. Кто мне будет ассистировать? Кристина, идите ко мне, мой сладкий. Работаем вместе, так? Продолжим работать вместе. Итак, у нас три цифры. Раз, два и три. Мы тут подумали и решили, что пока мы вас не будем мучить баннами друг против друга, поэтому сейчас вы выбираете номер, против кого вы будете биться между собой. Это понятно? Предположим, поехали. Выбираем. Тянем, тянем, тянем. Давайте быстрее. У кого какой номер? Запомнили первый, второй, третий. Окей, вернули. Идем обратно. Делаем то же самое. Давай, 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 шустрее. Тянем. Вот, первый пошел. Ну что, осталось? Итак, у кого какой? Первый. Первая девушка от студии Либо. Приготовились. Итак, приготовились. Правила просты. Девчонки к вам пришли не с пустыми телами, они пришли с заготовками домашними. То есть сейчас вы увидите заготовку Аделины, заготовку Миланы. Но самое сложное заключается в чем? Милана должна будет танцевать импровизацию под заготовленный трек Аделины. Аделина должна будет ей ответить под заготовленный трек. Коряги. Это сложно. Поддержите девчат! Итак, чтобы начать, мне нужна бутылочка. Бутылочка. Окей. Да, будем играть, что вы будете.
Милана, ты готова? Ответ Миланы под тот же самый трек. Это очень сложно, поверьте мне. Поддержите!
Готова? Thank you.
ответить. Поехали! Thank you.
импровиз. Рита. Тоже в порядке, поехали. Анастасия, начинает, поехали!
Выбор!